Традиционным приветственным обрядом Чолукшулга учащиеся и преподаватели Республиканской аграрной школы-интернат встретили праздник Шага. Знаменательной частью торжества стало открытие игровой комнаты. Так в отдельном классе установили деревянный остов настоящие юрты с частичным убранством. Как сообщили в Министерстве образования и науки Тувы, игровую комнату оборудовали силами студентов 7 профессиональных учебных заведений республики – техникумов сельского хозяйства, предпринимательства, агротехнологий, народных промыслов, транспорта, строительства и политехнического направления. Учащиеся показали гостям мастер-класс по игре в кажик. Ребята продемонстрировали хорошее знание народных присказок и поговорок, издревле сопровождающих процесс игры. Напомним, что 1 сентября 2017 года в селе Иитал открылось современное образовательное учреждение. Сегодня здесь обучаются 186 учеников, в интернате живут 42 ребенка из 13 районов республики. Это дети участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи».